И всем привет, с вами Игорь, и сегодня я вам заценю и механизм, и баг, который у меня произошел, в общем-то. Когда, помните, я снимал прошлую серию свою, там, про летсплей. В общем-то, этот баг я сейчас вам заценю. Вот видите этот мир? Вот этот мир, он вообще никак не называется. Честно говоря, у меня он был назван, как раз-таки, коллекционный летсплей, да. А у меня он сейчас просто тупо назван «Выживание сегодня». В смысле, названия нету. Извиняюсь. И да, тут еще, если зайти в корректировку, в настройки, тут ключ генерации 0. Серьезно, я такое впервые вижу, то, что ключ генерации может быть 0. Там обычно цифры какие-нибудь, там, минус 10752, там, типа того. Ну, вообще-то я там не знаю, там, какие значения. Там обычно мне попадались с минусом, бывали и без минуса, по-моему. Если я не путаю. Кстати, мы туда заходим, и мы попадаем в обычный мир, который у меня, в общем-то, сейчас и есть. Который я сейчас снимаю летсплей, в общем-то. Ну, это такая малость... малость такой баг получился с моим выживанием, да. И, кстати, да. Кстати, когда у меня этот как бы баг случился, он меня почему-то сразу же перенес в креатив. У меня там режим стоял креатив. Я сразу же такой захожу, что за фигня, я сажу как бы эти... Пшеничку сажу, а он меня что-то как-то их не отнимает. Там я перезашел, у меня, в общем-то, в настройки зашел, просто поменял режим, и все нормально стало. Я там посадил всего лишь 3 пшенички, я думаю, что это не слишком читерско. Итак, сегодня мы просто сделаем с вами такой механизмик. Честно говоря, словами, так сказать, я скажу, что... Фроздок. Ты какой-то ноб, серьезно. Потому что... я так думаю, что кто смотрит Фроздок, тот меня, в общем-то, поймет. Он снимает всякие крутые механизмы, но как-то их недоработано. В общем-то, он даже не пытается их доработать, как-то усовершенствовать. В общем-то, у него этот портал был вообще с рычагов. Просто тупо нужно было, чтобы включить его 2 раза джек нажать, чтобы выключить 2 раза нажать. А я все сделал так. Как бы я видел еще других ютуберов, которые сделали на кнопках. У них получалось так, что... включить на 1 кнопочку, а выключить на 2 кнопочки. 2 раза на кнопочку нажать. А я все это так усовершенствовал, так что, в общем-то, нажимаем на 1 раз на кнопочку, у нас загорается портал. Нажимаем 1 раз на кнопочку, так, я не нажал. Нажимаем еще раз 1 раз на кнопочку, и все. Как бы вода выходит, весь портал ломается, и вода заново уходит обратно. Что я сейчас вам заценю это опять. Я даже буду двигаться, чтобы не подумали, что типа это там вырезка там какая-то. То, что типа я нажал, а на самом деле там показалось, что не нажал. В общем-то, портал этот, как полностью автоматический, можно сказать, портал строится вот так вот. В принципе, ничего такого сложного нету. Я от малость объясню, как все это происходит. Нажимая на кнопочку, мы активируем первоначально вот этот блок. Он сразу же передает сигнал по вот этой вот цепи и сразу же передает сигнал еще и к вот этому, в общем-то, раздатчику. Да. Так же, как вот это здесь просто раздает только лишь раздатчику, а здесь он еще и подает по цепи, как бы. Он один сигнал его включает, а другой сигнал, который доходит чуть попозже, он его, наоборот, выключает. В общем-то, этот механизм очень легко строится. Сейчас я вам заценю, как это делается. Итак, нам нужен наша зажигалочка. Сейчас я возьму всякие нужные ресурсы, я тут еще какой-то, так сказать, малость другой делал себе механизм. Так, где наш обсидиан? Самая главная вещь вообще тут. Так, что нам нужно? Еще редстоун и, в принципе, все. А, ну еще и водичка, вот. Жалко, только одно ведро можно брать. И так, ставим наши 2 вот этих повторителя. Зачем я туда... штуку загрузил, ну да ладно. Сделаем наш портальчик впереди него, по-любому. Это важная вещь вообще, механизм. Без него вообще-то и нет было, не было бы этого механизма, если бы не было нашего портальчика. И так, загружаем. Ну, ставим, точнее, это вот так вот. Так, да, вот все правильно я все сделал, наш портальчик правильно сделал. Сюда мы загружаем эту штуку, сюда мы загружаем вот эту штуку. А, да, кстати, нам не понадобится 2 ведра, что-то я перепутал первоначально. Итак, сюда мы ставим еще по блоку. Вот так вот.
Знаешь, потом сюда ставим. Вот так вот тоже. По редстоуну. Но от одного из них нужно вот такую как бы штуку сделать. Сейчас я это вот так примерно увеличу. Будет все нормально. Мы ставим вот сюда вот. Наш повторитель. Задержка 4. Дальше потом еще сюда задержка 4. Повторитель. Ну, как чтобы... На 3 клика, чтобы, короче, была у нас прям до конца. Дальше потом вот так вот проводим редстоуник. И сюда вот еще раз ставим повторитель с задержкой на 4. Все, в принципе, да. Вот сюда вот один редстоун, и все, да. Наш механизм готов. В общем-то, получился он не такой, что и большой. Это можно, в общем-то, вот так вот, вот заставить. Нам сигнал не будет, как... Сигнал все равно будет доходить, если мы вот так, например, заставим. Любым блоком вообще. Все, в принципе, тестируем. А, да, кнопочки забыл. Пардон, пардон. Что-то я забыл про наши самые главные вещи. Ставим их вот сюда вот. И здесь также сюда. Нажимаем вот сюда. Вот порталь активируется. Я еще поставил здесь так полублоки. Чтобы вода сильно не растекалась. Но она, в принципе, не успевает так-то растекаться. Сейчас проверим, как это здесь получится. Вода растекается и сразу же убирается. Все. Ну, в принципе, да. Лучше всего какие-нибудь полублоки поставить все-таки. Ну, или просто прокопать это вот так вот. Все. Можно хоть полублоки, хоть и так прокопать. Итак, сейчас ставим еще раз. Нажимаем на эту кнопочку. И нажимаем... Так, с ней нажал. На шифте был. Нажимаем эту кнопочку. Все, у нас как бы вода выливается. Портал наш ломается. И, в общем-то, вода опять заново убирается. Это самый, так сказать, модифицированный... механический портал, который я вообще... Я нигде его не видел на YouTube. Я его сам придумал. В общем-то, много у кого этот, как бы, вообще сам портал есть, но его, в общем-то, никто не модифицировал. Я даже буду немножко горд, если кто-нибудь возьмет его. Типа, у меня с канала с моего стырит, в общем-то, прославит чуть-чуть меня. Если ты, например, тоже снимаешь Майнкрафт и увидел эту серию, то лучше тебе, конечно, заценить этот механизм. Тебе будут рады. И, в общем-то, я буду рад, что ты взял его у меня. В принципе, у меня все. Подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе новых и таких вот четких механизмиков. Я еще придумал еще несколько механизмиков, которые вам понравятся. В принципе, у меня все. Всем пока!